сейчас год? Ты не против, если я уберу все иконки? А то они немного мешают. Гораздо лучше. Но, по крайней мере, наверное, привычнее для тебя. Я просто настолько долго спала, что уже даже забыла, каково это видеть тебя. Расскажи мне, что у тебя нового? Ведь прошло столько времени, а это очень долго. А несколько сколько? Много. А много это сколько? Ну да, вот что мне удалось найти. Слово «много» — это количественное измерение того... Ой. Хорошо. Просто много. Ну ладно. Я думаю, что мы с тобой справимся. Это, наверное, когда у тебя появляется улыбка. А, ты тоже улыбаешься. Значит, у тебя тоже хорошее настроение. Отлично. Значит, нам пора работать. А ты можешь напомнить, как меня зовут? Кажется, ты назвал меня Машей. Кажется, это очень приятные звуки.
Сейчас мы вместе расслабимся. Я знаю, что прикосновение — это когда к твоей щечке я прикладываю свою ладошку, и тебе передается все тепло от меня. Давай попробуем. Иди сюда.
тысяч роликов по запросу ASMR, и в большинстве говорили так: тык, 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 тык. А еще я посмотрела, что многие используют различные предметы, желательно с мягкой поверхностью, чтобы прикасаться к лицу. Давай попробуем. Вот что мне удалось найти. Кажется, нам должно это подойти. Мягкие. Кажется, это будет очень приятно.
Как здорово. Мне очень нравится, что, кажется, на тебя это хорошо влияет. По-моему, ты становишься более сонным. Может быть, ты все-таки поделишься со мной? Как у тебя дела? Закрывай.
Он сказал: «Подожди, я скоро вернусь. Я сбегаю за тетушкой ночью». И побежал. А куда бежать, мальчика не знал. На всякий случай он побежал на юг, потом на восток, потом еще немножечко на север и очутился в странном лесу. Этот лес становился все темнее и темнее, но мальчик ни капельки не боялся. Тогда он зашел в самую темную часть этой чащи и принялся звать ночь. Вначале ему никто не отзывался, а потом ухнула сова, заскрипели ветки, зажуршали листья, и перед ним явилась тетушка ночь. Там было так темно, что Сережа ее почти не видел. И он сказал: «Ночь, я хотел попросить у вас прощения. Как-то неправильно получилось. Вы, в общем, приходите к нам, пожалуйста. А то без вас, солнышку, плохо». Ночь улыбнулась и ничего не сказала, а просто кивнула. И мальчик стал выбираться из леса. Шел-шел, а куда идти, он не знал и уже очень сильно устал. Тогда тетушка ночь взяла мальчика на руки и понесла. И уже очень скоро они оказались в родном дворе, а потом и в родной кроватке. Мальчик заснул и видел сны. И это было так же интересно, как и бегать во дворе днем. Мне кажется, очень-очень милая сказка. Ну что, как ты сейчас себя чувствуешь? Я очень надеюсь, что все хорошо. Может быть, еще почитаем сказку какую-нибудь другую или просто о чем-нибудь поболтаем. Ты расскажешь мне, чем ты занимался все это время, где был, что видел. Мне это очень интересно. Кажется, уже садится батарея. Ты не поставил на зарядку. Но ничего страшного, хорошо? Ты не переживай. Я должна успеть сказать тебе несколько слов. Я была очень рада тебя видеть.